Жители Нефтеюганска признали виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. В местном суде состоялось заседание. Установлено, что 24-летний молодой человек в начале апреля в соцсетях опубликовал пост о том, что он заражен COVID-19, но гуляет по городу, подвергая опасности людей. Однако мужчина был здоров. Целями югорчанина в прокуратуре автономного округа считают желание спровоцировать страх и панику среди населения. Теперь у нефтеюганца появилась судимость и обязанность выплатить штраф в 50 тысяч рублей.